Работает, если что-то он выдает, там регулятор надо. Чуть не грохнулся, сейчас тут упал бы, валялся вообще. Чуть-чуть генератор, провод, наверное. Да там язычок, он не ходит все равно. Он может за... Подальше фотоаппарат держи, то есть особенно. Да не, он винт начал ходить, там потихонечку это масло. Я ж бензином проливал его. Он немножко как это, видимо, ударили его. Ну да, такое ощущение, как будто где-то вот подкусывает именно механически. Разработался в полете. Я старался, протирал все это насухо. У тебя есть еще шанс повторить? Есть, конечно. Так, ну что, экспериментальное заглушение микрофона у меня готово. А что, перегружаешь, что ли? Перегружаю капитально. Еще по первой гонке я. Я на своем пальцем затыкал. Нет, у меня... Не знаю, что получится. Ладно, сейчас посмотрим. Пойду за тряпку. Ну, просто внутри, на маске. Там легко это бродить. А, что с... А, я понял. Ну да, масло масляное. Масло масляное. Знаешь, что есть для этого вещи? Да? Чувствительные для тормозов. Говнище все смывает сначала, а потом надо помыть. Не сыхает. Не, ну а как тебе надо смыть сначала? Так. А это крестовинка. Прокручивать-то будем, нет? Когда будем делать передний привод? Два. А, поссался. Давай эту принесу. Ёб твою. Давай. Питается. Что ты делаешь? Стоял. Куда ты банку делал, Олег? За бочкой поставил. А блин. Да все, Лех, не переживай, уже все слито. Ну, Андрей, ну забери. Бери. Сейчас без него лучше. Я что сейчас делаю? Я сейчас встану туда ногами, а потом сяду в Волгу. Слышишь, что говорю? Потом залезу в Волгу. А кто тебя пустит? Что ты так переживаешь? И посмотрим, как ты будешь за экологию родиться. Так, у кого бензинчик есть? Ну что ты делаешь, Андрей? Держи. Чего, а нормально, они как раз закроют. Так, ну что, дайте мне протереть-то. Надо же диагностировать. Свет аж тебе не устраивает. Понятно. Там стоит, ничего не защемили. Кому-нибудь ничего не защемили. Диагностировать утечки. Я еще нет, но уже... А там бензинчик не остался маленько? Бензинчик. Твою мать! Слушай, иди кадрюки. Вот эту вот заклепку с двух сторон тюкнуть. Да вот, где вот? Она будет проходить. Так, а с крантика открыть надо. Вот эта заклепка, она как-то шире, чем паз под нее. А, вот это вот тоже можно крантик. Она, видимо, всегда заедала. Какие чистенькие, аж приятно смотреть. Вот, кстати, когда капот сидел... Слушайте, откуда масло сделать на этом? На вот этом отстойнике масло внизу, которое находится. Ну, сливе можно. СНВ, по-моему. И чё, кстати, кто... я говорю, когда капот сдергивали, а надо было с масла чё? Отстойника слить масло. Отстой. Может, еще раз сдернем, а? Так вот, я открыл лючок. Вот видишь, Лёха говорит, что там масло. Не, ну потёки масла есть на лючке. Я не знаю, поэтому я спросил, откуда. Разве оттуда ещё не сливали? А есть фонарик, нет? Фонарик. Давайте сдернем еще раз капот. Есть, сейчас дам. Так тут лючок, через него все доступно, Серёг. Ты думаешь, а слить ты сможешь нормально? Да. Это в ёмкость, чтобы ничего не обосрать? Да в теории, да. В теории. Теоретик. Давайте снимем, ну что. Давайте снимем. Давайте. Все, с той стороны, ребят, стойте. Давайте. Самолет ломаем. Так. Повезло, в лужу не упал. Вот, Валерий. Лужа масла твоего.
Он специальная вещь, в нем топчется теперь. Забрали ключи? Ну. Он твой ключ маслом топтал. Да, вытоптал. Отцепили. Да, есть, давай. Вот надо. Надо. Не отцепили. Сейчас, секунду. Аркан, надо! Отцепили. Снимаем. На время, на этот раз. Героические вешали. Ну, зачем? Главное все делать героично. А зачем, это уже не важно. Не наиграли? Что, лево-право? О, греться, греться. Все бежим греться. Ложечку. Да хватит. Так, по-моему, эта штука вот, вынимается сначала. Да, плавочку. Что, принести плавочку? Да, да, конечно, неси быстрее. Куда ты руку тянешь? Я сейчас отверткой ткну. Пока Андрюха так не открутил, неси плошку скорее. Олег, давай плошку. Да ты вставляй. Нет, второй фильтр, он тут уже все почти. Сил-то не хватает, Серёга? Нет, конечно, сначала тот сняли. А она что, ты ее провернул по часовой стрелке? Интересно. Ты ее затягиваешь. Какая разница, тут два положения, открыто-закрыто. А что не бьется? Что не бьется? Проткнение проволоки. Контровка где-то валялась на земле. Контровка впереди ниши была. Булавкой давай ткну, Серёж. Хуй знает, да упирается. Серёжка, ват. Да не упирается, вот она проходит. О, пошло. Бьём, твоим. Лёха, молодец. Сейчас, попал. Подожди. Поймал, точнее. Открывай. Сейчас отстой идёт, говновый. Ну. Говновый, не говновый, трудно понять. По Волгу вылить, а потом сказать, вот, натекло. А еще лучше в Волгу вылить. Все перед домом. Ты хочешь пешком, я знаю. Вечером домой. Андрюха, ну я же могу и тебя сделать пешеходным. Ты об этом не думаешь, нет? Че? Знаешь, я тебя вообще это оставить. Вот раком слышал от пешехода, нет. Олег, что у тебя за, так сказать, за шутки? А что-то она, подожди, а где дырка в этом, в самой палке? Он перевернул ее. Сейчас опять польется. Хорошо греться у масла радиатора, а? Все, можно ставить. Топот горизонта. Готово. Нужно бы чуть-чуть. Это не хватает. Знаете, лучше этот баллончик, очиститель такой. С ацетоном, короче, или карпус он называется, универсальный. Под давлением все промыло идеально. Обратно? Да это нормально. Запот бы еще отпидорище, под давлением тоже, перхером. Зато я как будто... Контровочный. Что, пора на крышу залезать? Мира. Стой. Поднимай. Как у вас там? Никак они. Что у нас там? Кто на движке возился, тот должен знать, от чего эту шайбу он покинул. А абсолютно не обязательно. Вот это откуда ты чё? Вот. А чё, та точка нормально была? Да, неплохо, только аккумулятор это вздуло. Сдуло. Нет, это нормально. Еще поработает. Я их плохо зарядил. Он у меня отключился, но он 12 минут снял видео. Не до конца работает. Хуп, тряпки, прилипло. Под слоем глядя было.
Ломайте. Я не ломаю, погоди, я не могу. Вот тут тяните. Стой. Вот это вот приподнимите. Подожди. На резинку расправим. Да, вот. Давай. Кто-то мою руку взял. Отводи. Мне кажется, здесь она... Сейчас, да. А где она у меня, кстати? У меня ее нету. Андрюх, да. Я ее кому-то уже отдал. Кого? Все, Андрюх. Вперед! От винта! Ой, берегись! Будешь там стоять! Якоря!